В Лондоне снова открыта самая крупная выставка акварелей принца Чарльза. Публике представлено 79 из около 680 его работ, выбранных лично будущим монархом. Среди них все, что так мило сердцу принца: шотландские горы, сельский ландшафт Уэльса, французский Прованс, греческие Афоны, Трансильвания. Сам принц Чарльз признается, что выбрал акварель, так как качество фотографии его не устраивает.